Благо про видеодневник Дмитрия Евсеева о жизни в станице Благовещенской. Майские праздники на носу, поэтому мы активизировали строительство фигур. К нам начали подтягиваться на подмогу друзья, и сегодня к нам приехал легенда российского кайтбординга Саша Мусатый. Этот человек организовал первый Rail Masters в далеком 2005 году. Саня реально это Лу Вайман российского кайтбординга, и мы поговорили с ним о том далеком 2005. Мы поставили первые фигуры, а тогда на косе были такие типчики, вот, назывались они рыбаки. Они не поняли, что происходит вообще, и начали стрелять из ружей по нам, ну по кайтам. И мы переехали на голенькую, перетащили все фигуры. Все было очень дико, и даже, ну, я очень испугался, когда начали стрелять по нам из ружей. Дыбинг никогда не будет популярным и массовым, но мне этим очень нравится заниматься, я буду всегда этим заниматься. В общем, здорово, что отец российского кайтджибинга и в 2011 году строит фигуры вместе с нами. С ними веселее. Но все-таки тучи так жестоки, да и на небе тучи. Александр Ну а в благе все теплее и теплее, мы чередуем строительные работы с катанием. Вот и сегодня отправились на косу голенькую, где было очень жарко и ветрено. Уже можно кататься в обычном полусухом или мокром гидрокостюме. На воде встретили недоступного и неуловимого Хуана, который буквально на несколько минут заскочил к нам из Анапы, взял снарягу, какую нашел на пляже, и пошел мочить. Выглядел он очень уверенно и даже почтил нас своим вниманием. 4-5. Москва на связи. Привет, Илья! Здорово, Димон! Че, Илюха, смотрю, ты в неплохой форме? Да нет, болел. Не в очень хорошей форме. Ну че, я поздравляю тебя с удачным открытием сезона. Мы наблюдали за тобой. Ты ж бахал, как бог. Спасибо, спасибо. Рад вам всегда угодить. Ну че, тебе не холодно? Очень, ну так, уже в принципе можно кататься, но холодно еще. Понятно. Ну все, Илюха, пока. Ну а мы ждем майских праздников, когда в Благу прилетит много наших друзей. Приезжайте в Благу, а че нет?